Не, Вася нормально. Он на машине. Игнорировал. Васька сегодня не может. Рисуем. Ивановна. Привет. Здравствуйте. Ну, видишь, Вася не ожидал. Приветствую. Добрый. Послушайте, Саша, извините за внешний вид. Нормально все. С чем приехал, с чем и остался. Присутствие. Не только присутствие. Куча прыжков. Где надо? Вот мы рядом. А вот он. Очень приятно, Вера. Лена. А в Юрке одно получение приехали. Да. Вот все ребята, вы там, да? Здравствуйте. Я Дуся проскочили мимо памятника. А вообще полковник был такой интересный. Вот прям идет. А, вот товарищ полковник. Да, да. Водили по всей Феодосии. Да, фотографии у меня есть. Как положено. Здравствуйте. Оттяните мне левую руку на подполковник. Не, ну а как еще? Он до этих бойцовников уж не видел, понимаешь? Ну, без матросов это дело не обойдется. Вот вы, если бы 30-31 были здесь, у нас турнир по вольной борьбе. В памяти 6-й роты Евтюхина. Мы не знаем, что происходит. Все хорошо, подумай. Да, рота, мы пригласили фонд Евтюхин. Верим и любим, помним
Светлая память, вечный покой всем, кто не вернулся домой. Светлая память, вечный покой. Пока мы умные воды не пили. Давай, мы же как пионеры. Да. Мы планируем, да, туда прибыть. Собаки уже забили. Собаки на Украине. Нет, это, кстати, у меня дед с Тернопольской области. Вот. Батя тоже, мать у меня горьковская. Родился я в Феодосии. Ну, вот, я когда был в Тернопольской, встретил, они уже отмудились половину. Я для меня это было. Вас если встречать, то надо законов перекарить. Вот самое нормальное, это мы же как в прошлый раз договорились. Я выхожу, надписи Феодосия и Стелла. Повернулись на насыпном. Въезд Феодосия. Надпись Феодосия. Я думал, что если вы... Ну, смотрим в кадр. Смотрим объектив. 10, значит, я буду там стоять. Привет. Я один раз так же. Как туда попасть? Знаешь, ты будь кто? На Кубельских не будешь? Нет, ничего. Тоже надо. Хочешь к нет, за двоих. Нормально. Своих и то. Нет, ну чтобы их уже назначить. Ну как бы мы с ним планируем. Дорогие друзья, а мы начинаем наш торжественный праздничный вечер, встречу скажем, однополчан, можно так сказать, встречу ветеранов. И здесь собрались очень уважаемые люди, которые, возможно, уже давно друг друга не видели, приехали гости с разных городов. И у нас сегодня, я хочу представить слово, самый первый тост будет, самое первое слово. Это исполняющий обязанности Коктебельской поселковой администрации Прохоренко Валентине Владимировне. Поприветствуем ее. Здравствуйте, уважаемые. От лица Коктебельской поселковой администрации рада приветствовать третий ежегодный автопробег Тула-Крым воинов-интернационалистов, участников локальных войн и военных конфликтов, которые прибыли к нам в поселок Коктебель. Отдельно сразу хочу поблагодарить руководителя и организатора автопробега гвардии капитана запаса Путин Григория Евгеньевича и гвардии полковник запаса Гагаринова Анатолия Александровича. Мы очень рады видеть вас в нашем поселке, рады, что вы проводите такие мероприятия, рады, что вы выбрали именно наш Коктебель. И от лица администрации хочется пообещать вам всем, что мы будем делать все, чтобы сделать наш поселок лучше для вас, для всех гостей и жителей, которые заслуживают самого лучшего. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Продолжаем аплодисментами. Но сейчас откупоривайте бутылочки, наливайте.
напитки. А пока вы это делаете, я с удовольствием спою для вас песню, которая называется «Поздравляю». И этой песней я хочу поздравить с наступающим праздником всех ветеранов военных действий, всех, кто воевал в горячих точках. Песня «Поздравляю». А вы пока наливайте. В нашей жизни бывает немало прекрасных мгновений. Ярким светом приходят они и нам дают любовь. В этом мире зависит не все от наших решений. Но в минуты любви и покоя на сердце светло. Ребятам, как вы, она называется «Брат». Thank you.
посуды, а с небес изливает огонь стаи хмурых вертушек. И мы будем здесь на след стоять, ведь за нами Родина-мать, и задача ее защищать, нет призвания лучше. С тобою все выдержим, брат. Я солдат, и ты тоже солдат. Но ударила пуля в висок, закричали вороны. А на фото сын и жена, липкой кровью залита она. И печать за мне не легла на зеленых погонах. Разреши мне обнять тебя, брат, я ведь тоже такой же солдат. Не смотри на пощечины, а бросим манеру. И давай вспомним наших ребят, молодых вот таких же солдат. И за них мы поднимем бокал, господа офицеры. На войне, как на войне, каждый раз сердце в огне. Мы идем по уставшей земле от насилия и боли. Наши нервы, как крепкий гранит, пусть Господь нас в дороге хранит. Мы стоим, чтобы зло не прошло, такова наша доля. Погибают ребята мои за любовь и отчизну свою. А героях, которых уж нет, не расскажешь словами. И сегодня мы вспомним о них, о друзьях и братьях своих, о ребятах, которым не быть никогда уже с нами. Разреши мне обнять себя, брат, я ведь тоже такой же солдат. Не смотри на большие чины, бросим манеры. Наших ребят, молодых вот таких же солдат. И за них мы поднимем бокал, господа офицеры. Наш торжественный вечер, торжественную встречу. И сейчас к микрофону вот сюда я приглашаю ветерана ВДВ, участника автопробега Тула-Крым уже в третий раз, Гагаринова Анатолия
Александровича! Я хочу, чтобы вы наполнили второй бокал. Второй. Кто там спешит, не надо, есть очередность. Я, как этот самый гусар, хочу, чтобы вы наполнены бокалы были, и сказать хочется очень и очень много. От лица, лично от себя, благодарен, что нас приняли опять в коктебеле. Это я высказываю свое мнение. Вот хозяйка вот этого заведения стояла у ворот, как часовой первого поста. Это многого стоит, ночью. Когда ночью все спят, она стоит и ждет нас. Не обессудьте, но я хочу еще дополнить. Благодаря вот такому нашему близкому общению мы планируем еще не первый раз сюда приехать. Аня, этот пансионат остается у нас. Благодаря тебе. Я хочу выпить второй тост за женщин и за хозяйку этого пансионата нашего. Прошу, но прежде чем выпить, не спешите. Мы же приехали из города-героя Тулы. Мы же как участники локальных войн прошли горячие и холодные точки. Без бакшиша мы никуда не ездим. Я хочу пригласить сюда Григория Путина, который подарит символ города Тулы Ане. Но остальное мы продолжим. Только наберитесь терпения. Это не первый подарок. Иди сюда, Аня, 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 иди сюда, Аня. Аплодисменты, друзья. Итак, настоящий тульский самовар. Пейте чай и будьте здоровы. Спасибо. Но это не все. Откройте, пожалуйста. Красоту откройте, пожалуйста. Понимаете, друзья, начинайтесь терпение. Кроме символа Тулы, когда мы куда-то не приезжаем, что спрашиваю? Пряник обязательно. Пряник. Но прежде чем пряник, вот этот отчет, которым мы были здесь, на автопробеге. И маленький... Теперь вот флаг в руки. Ну, пряник должен по-любому, по-любому. Аня, это изготовление Тульской губернии, которое может, я вот из личного опыта скажу, когда я с Афганистана перебросили в Азербайджан, я приехал в Тулу, купил пряник, забил вот такой гвоздь, повесил этот пряник, и он у меня висел в комнате 2,5 года. Когда я уезжал оттуда, мы его разрезали, он еще в целости и сохранности был. Пожалуйста. Ура! Так, и. Ребята, наберитесь терпения. Вот мы здесь были, посетили Коктебель, и мы отработали с нашим оператором. Это благодаря ему. Вот эта вся информация идет по Крыму, не только по Крыму, везде. Вот такое это самая наша была встреча. Да, просто. Да. Вот, вот еще одна. Девушка, покажите, пожалуйста. Покажи, покажи. Вот. Аня, чуть пониже, пониже. Есть, глаза. Есть. Аня, чуть. Ну, Аня, а вот это вот. Сугубо лично для тебя, я не знаю, как это самое. Тоже это благодаря нашему оператору, который очень много работает, нервничает. Это вот все лица, участвующие в автопробеге в 2015 году. И все. Ребята, я хочу выразить слова благодарности Ане. В чем? Потому что мы приезжали сюда. Некоторые были, некоторые нет. Вы видите, что здесь по территории много детей. Так ведь? И я вот ей дарю книжки про город-герой Тула детей маленького возраста. Это с раскрасками. Ты будешь проводить это самое, и это все... Будешь закрашивать. Ну и, конечно, символ...
Вот эти вот наши наклейки, самовары, все такое, это вам здесь. Так, ну это подожди, не все. Вот у нас есть в Туле то же самое, офицер, афганец, писатель, который пишет книги и написал немножко про Тулу, чтобы вы хоть немножко знали о Туле. Вот, пожалуйста, опаленной войной улицы Тулы. Здесь все и вся расписано. Ну и, Аня, самое основное, вот здесь в основном участники локальных войн, которые, еще раз повторяюсь, прошли горячие, холодные точки. Вот эта вот книга дорого стоит. Почему? Тут занесены те, которые погибли. Те, которые даже на данный момент присутствуют здесь. Вот вы почитайте и будете рассказывать детям. Ребята, спасибо огромное Ане. И я не могу... Спасибо, что она нас не забывает, и мы ее не забываем. В дальнейшем, когда я приеду, Гриша приедет, ни я не приеду, ни Гриша не приедет, но мы будем вот эту информацию передавать, что есть такой пансионат участников локальных войн. Кто кому нравится, не нравится, но мы должны здесь быть, просто присутствовать. И в заключение, участники боевых действий, участники автопробега, я хочу подарить администрации от нашего имени тоже, тоже бакшиш. Можно вас? Бакшиш. Бакшиш в студии! Все. Но и в заключение. Так, а в заключение, Аня, что могу? Наши сердца под прицелом за Россию и свободу до конца. Спасибо. Спасибо. Борину, да, я во вкус пошел. Только другого не щелкаю. Понял? Ну что ж, приятно получать подарки. Приятно их дарить. Поднимаем бокалы и выпиваем. И пока вы это делаете, я хочу спеть еще одну песню, очень известную песню. Но это не моя песня, ее исполняет Александр Маршал. И она называется как? Вот мы и встретились с тобой. Салам, паче. Как пожелаешь, дорогой. Дай мне паче свою колючку. Да я паче тебе покрепче обнимешь. Паче, паче. Пивар, Константар и пивар. Пивар, бальзамат и костры. Пивар,
дорогие мои шурави. Участники автопробега. Ну, староват. Памяти мало. Но мы, как все военные, падки на что? На ордена, медали. Вот я сейчас приготовил маленький бакшиш. Да. Для, лично для Ани. Вот у нас такой есть памятный знак в Туле. Памяти павших во имя живых. Вот этот знак я ей дарю. Вручаю. Ну, Аня, иди сюда. Но кроме этого, у нее есть два ребенка, которые помнили, я тоже ей дарю вот эти два знака. Четыре ребенка. Двое служили уже в армии. Нет, я маленький, хочу, чтобы они помнили. Так, остальных в Тулу отправим. Меня старший в Туле служил. В автоматской дивизии отслужили. Ну, это уже... Ну что ж, вот еще поздравления были, еще вручения были. Ну что ж, и пока вы выпиваете, кушаете, я хотел спеть еще для вас одну свою песню. Вернее, я ее спою чуть позже. А сейчас я хотел бы пригласить на это место. Я не буду его, ну, объявлять так долго. Я просто скажу. Путин Григорий Евгеньевич, прошу. Боевые друзья, девиз наших войск написан на этом флаге. Никто кроме нас. Голубые береты прошли Крым и Рым, где мы только не были. И пули, и осколки, которые летели в нас, не спрашивали нашей национальности, нашей принадлежности. Они летели в наши голубые береты и в наши голубые тельняшки. За те 20 лет, пока Крым был
не в нашем составе, десантникам, которые остались в России, пришлось простить тоже очень немало. Кровавой строкой вписана война в Чечне за единство нашей страны. Всех конфликтов даже не перечислить. Это и Баку, и Сумгаит, и весь Северный Кавказ, и подвиг наших ребят в Югославии. В общем, где мы только не были за эти 20 лет. Здесь сегодня с нами присутствуют, не побоюсь высоких слов, герои войны Чеченской Республики, герои войны Баку. Не надо называть это какими-то непонятными словами. Конфликты. Это были не конфликты, это была обыкновенная война. Вот. А умные слова, пускай ребята говорят, которые сидят наверху. Вот. Кровь у нас всегда у всех с вами одного цвета. Болит у всех раны тоже одинаково. Третий СОЦ в воздушно-десантных войсках всегда пьют за тех, кого с нами нет. За тех ребят, которым мы с вами обязаны тем, что мы отдыхаем в этом прекрасном месте. Что мы можем видеть лица наших родных. Что мы принесли счастье в свой дом, вернувшись домой к нашим матерям. Этим всем мы обязаны тем, кто не пришел спалить сражение. Давайте выпьем и помянем. Вечная им память. Ну что ж, сейчас хочу спеть одну из своих песен новых, которую написал на эту же тему, по которой вот сегодня, сейчас Григорий сказал слово. Она называется «Четвертый взвод». Она еще даже не записана нигде на студии, поэтому, может быть, даже вы слышите ее впервые. Наш четвертый взвод. Вновь пришел приказ, и мы пошли вперед. Мой друг Витек, он мне тогда сказал: скоро, брат, домой, вернемся мы с тобой. Но в ущелье гор завязал собой, и били нас в упор. И земля умылась кровью и огнем, и полилась свинцом, как проливным дождем. Вновь завис туман на вершинах гор, и снится мне Афган. Наш седой майор и наши пацаны не вернулись, что с войны. Но остался жив, а значит виноват. Взлетка на союз, они погибли там. Их забрал Афган. Помощь к нам пришла, и вертушки били точно и легко. И ракеты рвались где-то глубоко в сознании моем, словно сильный гром. Открылись небеса, я бежал по полю, падала роса, и вдали шептали чьи-то голоса. Все уже прошло, все будет хорошо. Вновь завис туман на вершинах гор, и снится мне Афган. Наш седой майор и наши пацаны не вернулись, что с войны. И я им был как брат.
но остался жив, а значит виноват. Взлетка на Союз, они погибли там. Их забрал Афган. Их забрал Афган. Их забрал Афган. Спасибо, друзья. Мы продолжаем программу. И сейчас следующее слово я хочу предложить товарищу атамана тульского казачества и став его Сергею Викторовичу. Поприветствуем его. Казаки сыграли. Вот так всегда. Здоровья, чирели, братья и сестры, как у нас говорят казакам. Добрый вечер, как говорится, русские, друзья, товарищи. Я, конечно, точнее, наши казаки первый раз вступают в этом мероприятии, и первый раз мы проходим автопробег Тула-Крым. Но мы надеемся, что не первый год мы так же ездить. Наши больше просто так, слушай, у нас мало приехало сегодня, но все будет, как говорится, один. Я вот смотрю тоже, вот, десантники вот, самые все, как говорит Николай Александр III говорил, говорит, у России есть два друга, армия и флот есть у него. Вот. Но я так смотрю на вас и думаю, то, что нас, казаков, геноцид начали 24 января начали уничтожать. Но я думаю, если нас не уничтожали, казаков, то, что вы, десантники и казаки, сидели вместе, и также вы были афган, все проходили вместе. Просто это я так думаю. Ну, я даже не волнуюсь. Но я в данный момент рад, что мы с вами, как говорится, вместе. И дай Бог вам всех здоровья и счастья. Ура! В заключение, Анечка. Танечка сегодня как на свадьбе. Аня, скоро начнут. Аня, сегодня уже грузовик понадобится. Это тебе просто потомкам слава. И Ромчик. Покажи это самое всем ребятам. Покажу эту книгу. И это первый гвардейский легкий корпус, который тоже казаков. Но Аня, покажи. Лепехина. В 12-м году во Франции, когда была вот у нас с Ибнаплебоном, два тульских конных полка с иконой вошли во Францию. Это первые два тульских полка, которые вошли во Францию. Все войны. Спасибо, спасибо. Ну и, конечно же, для казаков у нас тоже найдется песня. Правда, написал я еще, когда жил в Кыргызстане, она поэтому для семиреченских казаков. Но все равно, казаки везде есть казаки, правильно? Итак, песня называется «Казаки», поможет мне Григорий Семенович Варчук. Соберемся вместе, сделаем мы плов.
приготовим бешбармак и выложим на круг. Блинчики, варенички и блюдо таранчук. Казаки, казаки, воевать нам с руки. Наше семиречье, нам родная мать. Наши счастье всем на друге строй. Девушки красавицы сойдутся в хоровод. Мы же семиреченцы, великая страна. Пусть не будет зла и процветает пусть она. Казаки, казачки, выйдем на круг и затянем песню, пусть звучит вокруг. Наше семиречье нам родная мать, и ее родимую у нас не отнять. Казаки, казаки, воевать нам из руки. Наше семиречье нам родная мать. Братцы, казаки, наши острые клинки, если враг ударит, будем защищать. Казаки, казаки, воевать нам из руки. Наше семиречье нам родная мать. Казаки, наши острые клинки, если враг ударит, будем защищать. Оп-оп-па! От тульского казачества к крымскому казачеству этот припев. Ну что ж, ну у нас еще тосты есть, много тостующих есть, и все рвутся в бой. Поэтому сейчас у меня тут вот есть небольшой список, и я сейчас хочу сюда, на это место, тостующего пригласить председателя Совета ветеранов Коктебеля, участника боевых действий, ветерана вооруженных сил Ткаченко Николая Елизаровича. Дорогие друзья, разрешите приветствовать от имени ветеранов войны, труда и военной службы Коктебеля вас с прекрасным посещением нашей уголка прекрасного Коктебеля. Здесь я смотрю, собрались не то, что смотрю, а жизнь наша подсказывает, когда самый лучший цвет нашей страны, он достоин внимания. Это вы. Это наша гордость нашей страны. По зову сердца вы всегда там, где требует Родина. Это большая честь и заслуга ваше внимание посещения Коктебеля, потому что вы передаете традиции с поколения в поколение. И надеюсь, все то, что вы сегодня оставляете у нас в Коктебеле, это останется большой историей для Коктебеля. Потому что Тула, город-герой, Тула веками оружие ковала, похожа сама на ружье. Улицы ствольная, арсенальная, оборонная, улица любая оборонная. Да, знаем мы такую песню, это все ее пели. Тульная, ствольная, арсенальная, улица любая, оборонная. Ребята, большое спасибо. Я хочу, чтобы вы, в честь имени таких, как вы, произнесли наше троекратное ура. Ура, товарищ! Ура! 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 Спасибо вам большое! Спасибо вам! Рады вам! Спасибо вам встречи. За теплые слова! И надеемся, что наши встречи будут расти, укрепляться. И наша именинница сегодня, как она сказала, невеста, она будет действительно это... сегодня чувствует себя, как всегда, хозяйкой этого большого праздника. Спасибо, Анечка, от имени всех за такой прием. И вам всем спасибо. Аплодисменты, друзья. Ну что ж, Николай Елизарович, для вашего совета ветеранов... А еще у нас подарки не иссякают. Тула приехала с большим грузовиком, и сейчас она его разгружает потихоньку. Да, хорошо, просили в обратную сторону. Микрофон, микрофон.
Николай Елизарович, вы вот старшее поколение. Как мне, когда я вот приехал в Крым на освоение, нас было 3 десантника с Тульской губернии. Но у нас группировка была 200 человек. Нас называли «Старая перхоть». Хер дождетесь. Но я ветерану от Тульской губернии все равно подарок привез. Хер дождетесь. Ну что ж, Николай Александрович, для всего Крыма в вашем лице и для Совета ветеранов, которым вы... будете иметь обязательное место. Да, город попросим. Главы администрации Валентина Владимировна, она точно будет способствовать зарождению музея Тула, как тебе. Ну что же, сейчас для Совета ветеранов прозвучит эта песня, ну, конечно же, для вас, которую я думаю, я надеюсь, ну, я даже, мне сказать, скажу больше, я уверен, мы споем с вами вместе. События, которое просто вот вписывается в это торжество. И обойти его, но просто невозможно, потому что это радость. Итак, сегодня день рождения у Сонечки, которой 10 лет исполнилось. А также
20 лет совместной жизни, это тоже день рождения, правда, семьи? И вот эти наши юбиляры здесь тоже присутствуют. Николай, Лидия, Анишка и Сонечка, просим вас сюда. Ну а мы давайте за них споем. Поздравляем, помни такую песню. Сонечка, поздравляем тебя, желаем тебе всего самого доброго и самого хорошего в твоей жизни. И эти аплодисменты! Скажи что-нибудь. Соня! Нет, 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 микрофон. И что там у нас есть? Вот у нас микрофон есть, и у нас очень серьезный дядя подошел, Соня. Соня, ты не бойся, так далеко не отходи от него. Тишина в библиотеке. Сонечка, дорогая ты наша, Свет, сегодня в этот день, Свет. Кому не интересно, можете пойти покурить. Сегодня в этот день твоего рождения, который ты отмечаешь на благодатной земле Крым, да? Мы хотим тебя поздравить. Поздравляют тебя все ребята, которые вот приехали к нам сегодня в гости, да, с Феодосии, с других мест. Крымчане, да? Поздравляем мы тебя. Это боевое братство, твердый герой Тулы. Это союз десантников. Желаем тебе расти большой, красиво, слушаться маму, папу, да? И плюс сегодня еще третий праздник, Владимир. Третий праздник сегодня. Мало того, что у нас Анишка 20 лет, да? Так, вот. Так, Сонечка, запомни, сегодня 26 число июля, да? Это день парашютиста. За тех, кто в стропах. Ну вот так, о себе никогда не забудут. Поэтому мы с Сонечкой, в ее день рождения, поздравляем всех парашютистов. Ну-ка, Соня, поздравь. Поздравляю всех парашютистов. Перевожу, поздравляю всех с праздником. Ну, Сонечка, держи подарочек. Кто в стропах? Ура! 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 Ну и, конечно, мы еще поаплодируем. И давайте с днем рождения семьи еще споем. Ну, вы знаете, кому же я говорил. Это Лидия, Николая, Анишка. Давайте поздравим их также. Поздравления от нас, Николай, и ваша супруга Лидия. Что-то имеете сказать? Может быть, поделиться опытом? Нет? Не все же 20 лет проживают вместе. Там тоже, наверное, как в Афганистане, бои были там какие-то. Нет? Или все ровно? Там духов нету, все, все. Ну что ж, нет ничего сказать, Николай? Ну просто поздравляем вас. Все, поздравляем. Ну что ж, а сейчас... Я скажу за Николая. Николай, жена ему сегодня предложила в честь 20-летия зарезать барана. Он мне сказал, а баран-то в чем виноват? Ждем семьи, Коля! Поздравляем! Поздравляем! Ну что ж, у нас есть еще одни замечательные люди, одни уважаемые люди, которые тоже выйдут сюда и скажут свои слова. Это представитель Феодосийского совета ветеранов Афганистана и других локальных войн Дьяков Владимир! Сюда! Вот туда, вот. Да я так скажу. Дорогие друзья, поздравляем вас! С приездом на нашу землю
Мы рады всегда вас здесь видеть. И хочу передать большой привет от Федосийского союза ветеранов Афганистана. Мы могли бы сюда все вместе приехать. Ну вот мы здесь. Мы здесь. Поднимитесь, пожалуйста, Феодосия. Поднимитесь, Феодосия, пожалуйста. Феодосия встала! Поприветствуем Феодосийца! Хотелось бы оставить свежий календарик за 2016 год. А ну, встали. И я, как матрос Черноморского флота, хочу сказать, слава РДВ! Ура! 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 Дорогие друзья, не забываем. Подождите, попрошу не прерывать тостующего. Дорогие друзья, не забываем, что перед ВДВ был ВМФ. 31 числа будет день военно-морского флота. Слава ВМФ! Слава! Слава! И тост за содружество войск, ребята. Ну, ВДВ одно не сможет. Без матросов, ну никак. А слово еще хотелось бы предоставить нашей боевой подруге Вере Ивановне. Для наших друзей просто наш боевой друг Ивановна. Комиссар, это ребята, я. Что я вам хочу сказать? Большое вам спасибо, что вы такие молодцы. Вы приезжаете к нам. Вы знаете, вы вот ваша поддержка в нашу крымскую весну, она для нас была очень важна и очень ощутима. Потому что вот действительно, ваша поддержка сыграла очень многое. Вот хочу сказать. Я дослуживала свою военную службу в батальоне морской пехоты города Феодосии. И вот все мои бойцы разведроты батальона морской пехоты, они все остались здесь. Они плакали, приходили ко мне горючими слезами, плакали, что, потому что мамки остались на Украине. И они не знали, говорит, Ивановна, мы, говорит, не можем, говорит, предать, говорит, тебя. Мы не можем, говорит, предать всех, говорит, наших дедов, которые воевали. И поэтому они остались здесь. И они сейчас служат. Кто в морской пехоте 810-й бригаде Севастополя, кто здесь сейчас в мотострелковой бригаде города Феодосии. Но они все, вы понимаете, вот это вот пацаны мои, они пришли ко мне детьми после срочки, кто просто вот 18 лет пришел на контракт. Но они остались здесь. И это очень важно. И то, что вот ваша поддержка. Сейчас они многие на полигоне. Сейчас и меня, вот я на пенсии, но меня Россия попросила вернуться на службе, служу ФСБ города Феодосии, куратор Феодосийского гарнизона. И вы знаете, вот смотрю на это все, и вот душа радуется, что вот именно вот истинные наши вот пацаны, мои пацаны, они все остались здесь, остались в России. И большое вам спасибо еще раз за поддержку за вашу, потому что мы ее чувствовали каждый день. Вас не было здесь, но мы чувствовали. Мы благодарны вам за это и спасибо за то, что вы приезжаете. Слава ВДВ! Ребята, я предлагаю вот на этом вымпеле сейчас по кругу пустить и все расписаться. Люба! И заберите с собой в Тулу. Люба! 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 Спасибо. Ты первая! Спасибо вам! Все фото под килем! Наверху прям! Куда бы нас ни посылала Родина, где бы мы ни оказывались, чтобы мы всегда имели возможность вернуться назад. Итак, песня «Я обязательно вернусь». Обязательно вернусь, когда наступит тихий вечер, когда любовь растопит грусть, и радость оживет в глазах. Я обязательно вернусь, и обниму тебя за плечи, хрустальные камни на щеке. Прозрачная
речи. А наш Господь во всех вечах соединит нас навсегда. Я обязательно вернусь, вернусь, и мы начнем сначала. И под небес покрывало, пускай распустятся цветы. Я обязательно вернусь, хочу, чтоб ты об этом знала. Зайдет на небо снова солнце, и свет яркий мне будет. Так было тяжело, я знаю. Серега, сможем сюда. А наш Господь от всех встречи соединит нас навсегда. Я обязательно. Ой, я верну, папа. Друзья, их в России немало. Время нас разбросало по тернистым степям. И в начале пути нас крестили тревоги, закаляли дороги, по которым мы шли. Мои друзья, офицеры России, офицеры России, служат мне за кресты. Мои друзья познавались боями и своими делами перед Богом чисты. Нас не сватал никто постоять за Россию. Все здоровье и силу мы отдали до дна, выбирать берега позволяла нам совесть, а служебную повесть написала судьба. Мои друзья, офицеры России, офицеры России, служат мне за кресты. Мои друзья
познавались боями и своими делами, перед Богом чисты, серебрятся виски. Но друзья не уходят, память быстро находит их в пучине тоски. А в течение дней этот рейд вспоминаю и бокал поднимаю за здоровье друзей. Мои друзья, офицеры России, офицеры России служат не за кресты. Мои друзья познавались боями и своими делами, перед Богом чисты. Мои друзья, офицеры России, офицеры России служат не за кресты. Мои друзья познавались боями и своими делами, перед Богом чисты. Мои друзья познавались боями и своими делами, перед Богом чисты.